для Иванникова и компании. И вот Бергфорс бежит вперед. Передача! Как красиво шут! Вот это да! Ускорился, получил конфетку, передачу от Бергфорса, и Гарон бессилен. Да, по-бильярдному, по-гроссмейстерски. Сейчас Адмирал сокращает разрыв в счете. И Феликс Шульц забрасывает свою 8-ю шайбу уже в этом сезоне. Бергфорс. Как четко, а? Как четко. Ну и не успел, не успел Калинин с Семином по центру перехватить вот этот вот рывок Феликса Шульца.